общем-то, наряду с Робертсоном. При этом в марте, еще раз напомню, 11 подборов в среднем. Ну, в общем, отлично Джеймс выступает. Но пока не о нем. Александр Чадов набирает первые очки из-под кольца после классной передачи от Хвостова. Передачи, они порой являются достаточно читаемыми и удобными для перехвата. Хвостов поборолся. Михаил Беленицкий в контратаке. Сверху с двух рук еще два для Парьена. Игра имеет огромное значение, учитывая борьбу за, в общем-то, места в плей-ин. Да, Уралмаш, Самара уже себе обеспечили там место. Автодор и МБА. Мимо кольца идет эта попытка, разгоняется Джастин Робертсон, рядом есть Ребич, но пас не проходит, и вновь атака на свободное кольцо уже второй раз в этом матче. Джастин Робертсон ищет Хейдена Далтона, это человек с хорошим трехочковым броском. И в данной ситуации для этого была, пожалуй, не самой располагающей. Робертсон, тем не менее, проникает в трехсекунду, и Томпсон добавляет мяч сверху после промаха партнера. Вашему вниманию в составе Самары отвечает именно Дмитрий Хвостов. Ну и Алекса Новакович, первая замена, готовится в составе гостей. Стрибков на Беленицкого, и тот с двух рук. Еще один данк. Лидером по результативности является Михаил Кулагин. Набрал 5 очков и тоже успевает помешать атаке Далтона. Из-за дуги вот уже третий трехочковый. Хейден пытался исполнить Джастин Робертсон. И, собственно, его первый. Ну вот, буквально по 30 секунд, по минуте, давая Беленицкому паузу и вновь возвращая его на паркет. По крайней мере, такое наблюдалось в финале 4-х кубка. Андрей Воронцевич ошибается. Самара. Ваганькевич остается, неравноценный размен. И атака с левой стороны, заблокировал его Андрей Воронцевич. Также капитан. Несколько владений, команды не могут набрать очки, но с другой стороны, в принципе, темп они не сбавляют. И пытаются, всячески пытаются это делать. Владислав Близнюк, однако, в основу попадал все реже и отправился в аренду сюда, в Нижний. Михаил Близнюк. Лагин проходит вслед за этим заслоном. Павел Ганькевич через Александра Гудумака. И атака на лидерство. В первой четверти стартовала. Бабурин против Джавонте Хокинса. И форвард Самары здесь забивает от щита. Притом, то есть сейчас получает, кажется, чуть больше игрового времени. Новакович 3 секунды через Михаила Кулагина. Но отправляет цель этот трехочковый. Хотя 4 секунды есть теперь уже и у Михаила Кулагина, чтобы забить со средней, например. Да, это происходит. И все же преимущество Пари-НН против Близнюка. И Александр Гудуман проваливается в трехсекундную зону. Здесь легкий для себя 2 очка. За этот клуб также ранее выступал, ну, например, Джеймс Томпсон и Иван Викторов. Подбор в нападении за Нижним. Бабурин. Еще один трехочковый бросок. Много. Самара нельзя сказать, что, например, находится в руках одного Робертсона, но у него большая роль. И Джастин набирает очки. Сергей Зоткин. Каждый из команд, чтобы уйти на большой перерыв лидером. Зоткин Чадову. Чадов трехочковый. Какой непростой. И забивает Александр. Удивить защиту. И порой такие сложные трешки. В принципе, Нижний забивает. Беленицкий перехват. И что, пойдет 2 очка набирать. Как классно выдавил буквально Рада Загородца. И такое может быть и к 4-й минуте четверти. Вполне-вполне. Хокинс. Не очень хороший пас. Хейден Далтон. Мало времени. И он забивает. Забивает с дальней дистанции. Такое, понимаю, что Джастин Робертсон. Да, так и происходит. Кстати говоря, молодой Егор Амосов сегодня в заявке, но пока на паркет не выходил. А Иван Стрибков набирает 2 очка со средней дистанции. 20. На табло Хейден Далтон. Робертсон. Далтон провалился. И дальше Гудумак левой рукой. Так навесил даже на кольцо скорее. Стал. Все же это делать. 3 фола командных у Самары, и это 4-й. 4-е замечание. 2 плюс 1 забивает Иван Стрибков. Причем молодежному проекту ЦСКА и забил с фолом. Вот еще раз смотрим этот эпизод. Да, опять же, Джеймс Томпсон.
и Никола Ребич вернулись у Самары. Роберсон ждет мяча в углу и забивает с дальней дистанции. Тоже две трешки забил Далтон, причем две из четырех попыток были абсолютно открытые. Но, с другой стороны, Нижний тоже умеет забивать из-за дуги. Андрей Воронцевич. Воронцевич угрожает. Роберсон. Тут Томпсон, казалось бы, уже готов был дать коридор партнеру, чтобы тот прошел под кольцо, но... Роберсон. Против Бабурина еще одна попытка от Джастина. Не забивает, но Джеймс Томпсон. Отскок в нападении. И вследствие этого также частенько он набирает очки второго шанса. Евгений Бабурин. Ну вот это его трехочковые. Получить долго не думать, но такой все-таки опыт у Бабурина. Не такой широкой ротации все же играет Самара, в отличие от соперника. Ребич и Михаил Кулагин. Два очка. Хотя, казалось, изначально не было вариантов. Столица Беларуси в самом начале сезона. 35-39. Ганькевич безупречен. Роберсон на Николу Ребича. Еще один опасный. И Роберсон мяч забирает, обгоняет здесь буквально Беленицкого. И колотит сверху с двух рук. Да, и Ганькевич, и Беленицкий. Никто не успел за Джастином Роберсоном, который еще и сверху с двух рук заносит. На самом деле переходит к Париенен. Дмитрий Хвостов, Воронцевич пойдет внутрь. И здесь легкие два набирает. Забил три и вышел вперед. Рада Загородц появляется на паркете. Чадов на Бабурина. Классная передача в угол. Свободного Дмитрию Хвостову. И вот она треха. Внизу против Чадова. Но кажется, что мяч получать не будет. Бабурин. Хокинс. 5 секунд. Джавонте еще раз из-за дуги. И все же забивает. 6-40. Хвостов. Хвостов и Чадов внизу. Сверху с места. Тут тоже есть. Хокинс будет пытаться обыграть. Загородц не стал уходить. Джавонте, передача. Александр Гудумак. Два очка со средней дистанции набирает и делает счет в этом матче равным. Воронцевич занимает позицию внизу. Успевает выйти до истечения трех секунд. И Смиту оставили право решать. В этой атаке Кендалл. Треху сведения. Когда он покинул площадку. Хвостов на Чадова. Александр. Еще один трехочковый не забивает, но Владислав Близнюк. Два очка после. Периодически на такие атаки он способен. Кендалл Смит. Качает. Ой, Кендалл Смит. Ой, красиво как. Эти два очка набирает. 51-56. Вот и время тайм-аута. Теперь вот остается на скамейке. Хокинс, ну что, не стал заигрывать Александра Гудумака и отбивается. Самара, нет, отбивается Париенен в защите. Самое стабильное звено в составе Самары сегодня. И быстрый прорыв Париенен здесь ожидался. Кендалл Смит, легкие два очка в его исполнении. Плюс 7 у Париенен. Повторюсь, кажется, что с ним на площадке совсем другое нападение у Самары. Но главное тут без происшествий поскользнулся. И все же есть точный бросок, что может быть очень важно. Париенен вновь пытаются придумать результативное владение. И Воронцевич через Джастина Роберсона, собственно говоря, это сейчас и исполняет. 50. Ребич как-то совсем разладился у Самары во второй половине, по большому счету, в нападении. Роберсон, но, опять же, его индивидуальная игра действительно неплохо функционирует. Владислав Близнюк, флоутер. Причем не такой высокий. Боже, новое нападение Нижнего шло. 7 секунд. Кендалл Смит идет внутрь. И еще два очка набирает. Дражден Зулович берет второй тайм-аут. Чадов заступил. Джастин Роберсон качнул. Он абсолютно один был на дуге. Казалось, можно было бросать. Нет, пошел под кольцо. И забивает Джеймс Томпсон. И Самара уже обеспечила себе место в плей-ин. Но для нижегородцев, тем не менее... Точнее, для Самары все равно есть мотивация. Чадов забивает два очка. Алекса Новакович. Очень забавно. Евгений Бабурин фразой «Леха» сопроводил Алекса Новаковича. И три перехвата. Но еще и 9 очков. 2 из 3 издали. Хорош Дмитрий Хвостов. Такой игры, конечно, от него ждут болельщики. Михаил Кулагин. 3.55. Дмитрий Хвостов. Великолепная атака Париенен вновь. И третий тайм-аут от Дражена Анзуловича. В бонусе как раз хозяева паркета. Роберсон против Воронцевича. Пытается обыграть. Идет вправо. Но
Воронцевич отбивается, атакует Паринен, Воронцевич, Новакович, там вылетает соперник, и Новакович забивает все равно с дальней дистанции. Ну, не без доли везения, конечно, хотя бы Стрепков. Воронцевич помогает заслоном, Новакович переводит на Евгения Бабурина, Бабурина издали. И Паринен, ну просто град трехочковых, которая приближает Паринен к заветной зоне плей-ин, в которой Самара по-прежнему остается. Хокинс в присущем открывается. Хвостов пас одним касанием буквально на Бабурина, но Евгений не забил. Джастин Роберсон, разница 13. Роберсон в правую сторону с фолом, 2 очка. В общем-то, что называется, все по инструкции главного тренера здесь происходит. Стрепков подержать, и явно эта передача не входила в планы гостей. Джавонте Хокинс идет под кольцо, не забивает. Ну, а 2 очка после подбора в нападении теперь на счету Александра Гудумака. Возможно, это еще не окончательный счет. Джавонте Хокинс, 3 сведения сквознячка. Далтон и... нет, все. 70-80. Пари Нижний Новгород одерживает 5-ю победу в марте в рамках Единой Лиги ВТБ и продолжает бороться за зону плей-ин.